Свято отбудется у любое надворье. Областные дажинки пройдут уже у ближайшую субботу. У этом годе столицей фестиваля працовников села стал Октябрьский. До свято городский поселок упрыгожили. Некоторые объекты и инфраструктуры прошли ремонт и реконструкцию. Зараз идет опошняя подрыхтовка, наводится святочный глянец. Организаторы ж рыхтуют широкую программу. Обещают 18 листопада Октябрьский станет великой активной зоной. Будут працовать разностайные творчие, культурные и гастрономичные пляцовки. Каждый район Гомельской области подрыхтует свой подворок с уласными традициями, песнями и кулинарными стравами. В рамках культурных мероприятий это, конечно же, станут две церемонии награждений тружеников села, победителей, с выступлением лучших творческих коллективов Гомельской области, с выступлением специальных приглашенных гостей. Будет организована прямая трансляция этого концерта, который будет проходить в Октябрьском районном центре культуры и досуга на главную сцену на улице, чтобы все желающие, гости и жители городского поселка Октябрьский могли увидеть этот концерт. Ну и, конечно же, 16.00 после окончания этой прямой трансляции большой праздничный концерт на улице, на главной сцене с творческими, с лучшими творческими коллективами Гомельской области. Хедлайнером фестиваля будет заслуженный коллектив Республики Беларусь «Ансамбль Свято». Наведая святочную пляцовку и столичный гость Александр Солодуха. Будут и многие иншие артисты. Ну а завершить фестиваль плануется святочным фейерверком.